Ein russischer Hubschrauberpilot, der angeblich in die Ukraine übergelaufen ist, hat die Gründe für seine Fahnenflucht erläutert. Maxim Kusminow sagte, er habe sich aus freien Stücken zu dem Schritt entschieden. Er habe lange Zeit Vorbereitungen durchgeführt und mögliche Fluchtwege ausgekundschaftet. Это полное сознание, полное понимание всего того, что происходит. То я для себя решил, что это преступление самое жестокое. Я для себя решил, что я просто не буду принимать участие в этом, как бы то ни было. Да, у меня в России остался самолет, да, у меня там, в принципе, относительно неплохая зарплата, там две квартиры, почти пенсия, да. Меня много чего, по сути, держало там, но сейчас это для меня это не важно. Для меня самое основное было не участвовать в этих преступлениях. Вот. Beim Überfliegen der Grenze sei auf den Hubschrauber geschossen worden. Von welcher Seite wisse er nicht, so Kusminow.